В воскресенье пройдут гонки дрифтеров. Необычным является то, что это будут не просто гонки, а заезды финального раунда национальной серии по дрифту, и пройдут они под эгидой Автомобильной Федерации Украины. Участники гонок – представители разных областей Украины. Пообещали устроить яркое автошоу с опасными и полными адреналина трюками, которые не оставят равнодушными ни одного гостя праздника. Также посетители смогут увидеть невероятные выступления мастеров стантрайдинга «Мотоэкстрим», поучаствовать в фан-фотосессии с дрифтерами и получить на память плакаты с портретами гонщиков.